группа, говорит, она говорит, ездила домой, и я, говорит, так поняла, что, ну, как важна церковь, да, иметь, ну, общение. И как у нас так в народе иногда говорят, вот мы не ценим, пока мы там что-то не теряем, да. И вы знаете, мы, может быть, привыкаем, что мы собираемся вот каждое воскресенье, там, каждую там среду, и мы, может быть, привыкаем к тому, что мы собираемся вместе, привыкаем друг к другу, и мы, может быть, уже не ценим так эти моменты. Но на самом деле, если бы вот, знаете, как, я не знаю, ну не дай Господи, но так как у нас было, да, в какой-то момент пришли с автоматами, забрали наше здание и сказали, будете собираться, мы вас, ну реально, страх смерти. У нас был последний духовный совет, мы сидели так втихаря, чтобы никто не знал, что мы собрались. Я говорю, слушайте, как это ученики, когда Иисус, говорю, воскрес, да, и были гонения, и мы сидим и боимся, что если сейчас, ну, придут, еще и у пастора убьют, ну реально. И мы сидим там, ну вы же там смотрите, там перед друг другу передали, потому что все. И тут мы только проводили служение, тут раз все отняли, все забрали, непонятно кто. Будете, идите, говорит, в последний раз помолитесь. Я такая думаю, вот это да. Последний раз автоматом тебя тычат, и ты просто в шоке в таком. И я понимаю, что ты заходишь на молитву, и знаете, молитва, когда сзади стоят люди за зданием с автоматами, совершенно другая. И сразу молимся, мы начали молиться, «Отче наш», там, и я понимаю, что уже «Отче», я не знаю, что говорить даже, люди пришли на молитву, и это было, ну, такое просто, ну, знаете, молитва уже веры, чтобы, ну, реально просто Бог сохранил жизни и сохранил, ну, людей, уже даже не здание только, в котором мы собирались, хотя мы его там строили. Я к чему это все говорю, что, знаете, вот мы приходим сюда, и мы никогда не должны забывать, что это большая-большая привилегия для нас собираться вместе и славить Бога. Потому что моменты в жизни, ну вот тоже, да, наши братья и сестры со Снежного, Оксана, Сергей, моменты в жизни бывают разные, да, и мы можем быть свидетелями вообще, там, в нашей жизни могут разные быть ситуации. Поэтому благодари Бога. И когда мы будем прославлять, знаете, мы не просто тут на сцене, да, а кто-то там в зале, мы не на концерте, мы все тело Иисуса Христа, и мы все вместе славим Бога от всего сердца. Аминь. Поэтому я просто призываю церковь сейчас перед молитвой, мы будем молиться, славить Бога, чтобы мы стали одним целым, чтобы мы просто прославляли Бога как один человек. Аминь? Кто со мной согласен? Что мы не просто тут группа прославления, что-то тут вот просто церковь, мы церковь, мы все вместе, мы церковь. Аминь? Аллилуйя. Отец, мы склоняемся перед Тобой, Господь, в этой молитве. Боже, молимся Тебе, чтобы единство Твое, оно было между нами, Отец. Чтобы вот эта оценка, Господь, того, что мы имеем возможность собираться вместе, славить Тебя, Господь. Славить, прославлять Твое имя открыто. Господь, перед всеми, не стесняясь, и никто, Господь, не угрожает нам в этот момент. Боже, мы благодарим за это просто возможность провозглашать Твое имя, провозглашать, Господь, веру, провозглашать, Господь, молитвы со всей смелостью, Боже, и Твои двери, они открыты, Господь, на этом месте, чтобы, Боже, просто приходить, чтобы двери небес открыты, чтобы присутствие Твое приходило. Господь, мы благодарим Тебя за это. Мы славим Тебя за просто за эту чудную возможность. И пусть, Господь, все планы дьявола, которые Он готовил для нашей жизни, которые Он готовил для этого города, пусть они будут разбиты во имя Иисуса. Пусть, Господь, то разделение какие-то, Боже, то, что приходит из преисподней, чтобы сделать церковь слабее, пусть это умрет во имя Иисуса. Пусть хвалит и поклонение, мы объединимся. Пусть хвали и поклонение, Господь, сила Твоя приходит. Пусть хвали и поклонение, сердца открываются. Пусть хвали и поклонение, Господь, свобода приходит. Во имя Иисуса Христа. Мы молимся Тебе, Отец, чтобы слава Твоя она наполняла, Господь, каждое сердце. Господь, исцеление Твое приходило в душу, в дух, в тело, Отец, во имя Иисуса. Мы просто благодарим Тебя за церковь. Благодарим Тебя за тело Иисуса Христа, Боже, за духовное понимание, Боже, что мы есть тело Иисуса Христа, и мы возвеличиваем Твое святое имя. Аллилуйя, Господь! Давайте воздадим Богу всю славу. Просто воздай Ему всю славу и соединимся в этом прославлении и поклонении. Аллилуйя!
Каждый день лишь тебе.
каждый день лишь тебе наполняем силой, не надежду дает лишь твоя. Но написано в Библии, что Его милости, они новые каждый день, обновляются каждый день. На английском, His mercies are new every morning. Yeah? Его милости обновляются каждый день. И я знаю, что мы все здесь стоим, потому что по Его милости. Это потому что Он так хотел. Ты был здесь, здоровый. И Он здесь с нами сейчас, поэтому я хочу, чтобы ты имела время, чтобы общаться с Ним. Может быть, утром не получилось вставать раньше, чтобы молиться, чтобы общаться с Ним. Но слава Богу, что есть вот это время сейчас вместе. Мы можем поклоняться Ему. И можно просто иметь вот это личное общение во время поклонения. Святый Бог,
вознесу руки к небу. Как вас, но я люблю, когда я слышаю красивые слова, когда мне говорит что-то приятно, что я люблю тебя, или ты красивая, ты хорошо выглядишь. Мне нравится, когда люди говорят что-то приятно. И я думаю, что Бог тоже нравится, когда Он слышит, что Его дети любят Ему. Я думаю, что Ему нравится слышать, что дети говорят Ему. Ты благой Бог, я люблю тебя. Ну, как все родители, когда дети говорят что-то хорошее, я думаю, что им приятно. Я хочу сейчас, как дети Божьи, просто говори ему то, что у тебя есть в сердце.
вот эти приятные слова, которые у тебя есть для Него. Говори это Ему, потому что Ему приятно слышать. Ему приятно слышать, что ты любишь Ему. Ты любишь Ему, как Он тебя любит. Поэтому давайте вместе. Нигде ему равных
склониться, быть с тобой, в близости твоей святой.
прикоснуться к Творцу небес. Так хочу быть с тобой в близости твоей святой, чтоб познать твою волю, Отец. Сверхъестественно все исходит от тебя, Бог. Ничто не может удовлетворить, только ты, Бог, ты один Бог. Наша встреча сверх естественно, все исходит от тебя, Бог. Ничто не может удовлетворить, только ты, Бог, ты один Бог. Наша встреча сверхъестественна. Все исходит от Тебя. Ты призвал нас своим чудом в свой свет. Ты дал нам свою жизнь. Ты дал нам свою радость. Ты дал нам свою
свой покой. Ты родил нас, Господь, в свое царство сверхъестественно. Боже, славим Тебя, поклоняемся Тебе, Иисус. Аллилуйя! Встреча сверхъестественна, все исходит от Тебя, Бог. Ничто не может удовлетворить, только Ты, Бог, Ты один, Бог. Наша встреча сверхъестественна. Жажду встречи всех.